Ну и всем привет, ребята, с вами Гевдан. Сегодня у нас будет обновление, обзорное обновление приватного сервера Chicken Gun. Как вы видите, тут уже обновление версии 1.4.4 бета. Да. Ну, погнали к первым вещам. А что-нибудь появилось в магазине? Тут ничего. В пушках, может быть. Может, я что-то не заметил? А может, и заметил. Итак, появился вот такой вот грузовик, кажется. Вот такие вот машины появились, кстати. Прикольные. В глазах что? В глазах ничего. Тут у нас, наверное, что-то появилось, да. Тут у нас появилась курица. Да, вот это вот мясная курица. Прикольно выглядит, мне она нравится. Клюв. Ой. В клювах у нас ничего. Ну что ж, погнали. Так, мы на карте BS01. И сейчас вы увидите паскалку в вот этом доме. Там есть такой, такая повестка, где подписчики Chicken Чела. Я когда смотрел вот арта 24К, тогда я не понял, откуда у него вот эта вот повестка, если у меня ее нет. Это, оказывается, у него обновление было, а у меня нет. Ну так вот, вот подписчики Chicken Чела. Жаль, меня тут нет. Да. Потому что я на него, к сожалению, не подписан. Ну ладно, может быть, когда-нибудь я появлюсь в каком-то обновлении. Ну, погнали дальше. Так, давайте на этой карте протестим вот эту вот страшную курицу. Ой. Какая страшная курица? Это же мясная курица. О май гад. Она такая прикольная. Не догонишь. Кстати, тут есть такой же баг, как в обычном Chicken Gun. Смотрите, я поворачиваюсь, вот так поворачиваюсь. Она за мной поворачивается. Почему? Чего она ко мне пристает? Не понимаю. Так, сейчас мы сравним звук с Вандерменом. Потому что у Вандермена похожий звук курицы. Так, а ты пока что можешь со мной не... А! Ты что так пугаешь? Боже мой. Вот, слышите? Такой же звук. Офигеть, он меня испугал. В следующий раз так не делай. Вот и наш ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Гевдан. Всем пока!